Сейчас будут вопросы из ряда совсем новичков, но я их обязательно должна озвучить, потому что не все с опытом. Так, вот как раз пишет. Сейчас вопросы будут из ряда новичков, но основаны они на информации, полученной на занятиях с людьми, предлагающими услуги по натаске. И я тоже что-то из этого успела поделать. Потом слышала, что все неверно. Так все же как надо, и что ни в коем случае нельзя. Первый вопрос. Использовать вначале для поиска крылья, развешивая их на ветках, и пускать собаку найти, вред или польза. И похоже сюда же, для приучения подключить верхнее чутье в поле и лесу, можно использовать любимые игрушки щенка, размещая их на деревьях и высоких кустах, пуская собаку в поиск, вред или польза. Чуть-чуть про колбас. Какой-то маркетинг на тачках, по-моему, да? Ты сначала спорщик все равно ко мне приедет. На самом деле про колбасу я тоже слышал, только я не знаю, это докторская или полукопченая. Это условно есть масса. Я, блин, самый интересный. Молодым гашатикам это... В принципе, они смотрят это и думают, что это правильно. И нет, это вот надо я сейчас объясню, да? Что мы должны делать во время натаски? Основной принцип – раскрыть качество. Каким образом мы раскрываем качество? Ну ладно, вы давайте крылышко повесили сюда и сюда повесили, вышли в поле. Как вам надо дойти до этого, ну, крылышки? Вы, получается, вместе рядом с собакой на поводок взяли, дошли сами до суда, да? Что потом? Взяли на поводок, да? Это что дает? Челнок? Нет. Вы включили собаке нос? Нет. Самостоятельный поезд? Нет. Это просто прогулка. О каких игрушках идет речь? Ну, когда выходишь с собакой в поле и начинаешь работать, собаки даже лакомство не интересует. Если дома дашь, пол руки еще оторвет, а в поле ты что-то хочешь угостить там за хорошее поведение, они даже кушать не хотят. О каких игрушках можно идти? Может быть, знаете, всякое бывает. Разные натащики. Но для меня это, я никогда ни у кого не видел, ни в Италии, ни в Сербии, нигде я не видел это, и я это никогда не делал, поэтому не буду говорить. Для меня это, ну, как бы... Собака начнет собирать падаль. Ну, потом будете жарить еще игрушки или крылышки. Шурпу делать. Можно реальный вопрос? Вот реальный, короче говоря, то, что собака, короче говоря, вот... Мой пример, да, вот сейчас я взял щенка 4 месяца, да, я хочу отдать натаску, что я должен делать, вот, до натаски, ну, там, сидеть, стоять, лежать, это понятно, короче, для себя, короче говоря. Кормите, это кормится, короче говоря, вот, что я должен делать, короче говоря, вот, то, что, чтобы, короче, вот, передать натащику, перед этим делом, вот, реально, короче, я буду ходить в поля, я просто, что я должен делать в поле? Ну, смотри, если ты будешь ходить в поля, это уже плохо. Если ты решил, что ты даешь собаку натащику, то основное это приучать к свистку, то есть подзыв с помощью свистка к себе. Сразу больше ничего. Для начала, чтобы на имя свое отзывался. У меня собака пойдет, короче, в натаску через полгода, да? Я сейчас 5 месяцев, я вытащу, короче, с годами готовить. Почему мне плохо? Вот, потому что натащик будет делать собой. Сначала натащик исправит то, что вы сделали, а потом начнет заниматься, как он знает. Грубо говоря, я сейчас, короче, собаку держу дома, никуда ее не выпускаю. Да. Просто. Ничего, абсолютно. Вот реально просто. Да. То это самый идеальный вариант. Вот самый подзыв свистком, только вот натащик говорит. Больше ничего. Да. А спицы я совершенно не знаком. Вопрос следующий. Использовать замороженную тушку птицы, пряча ее в поле и пускать собаку в поиск. Пряча заморозку, протаскивать ее челноком по траве. Вред или польза? А это пролегал? Первее всего в поле необходимо ставить челнок, при этом используя шнур. Так ли это? Я еще не видел прогорчик челноком. Нет, на самом деле это реально.
Просто мы это все делаем, вот эти конференции, на самом деле, чтобы начинающие, в принципе, здесь почти все уже с легавыми собаками, но есть люди, которые встречаются с такими проблемами, с такими там натащиками или советчиками. Вот, может быть, они так отрабатывают кровяной след, еще что-то, хотя это тоже так не делают. Для чего нужна вот эта птица замороженная? Что он даст? Вы, опять-таки, мы раскрываем качество и заставляем следом идти, и пойдет ли вообще собака за этим следом. То есть наша цель, еще раз, раскрыть природные качества. Замороженная тушка и потаскивать по полю, это вы этим испортите собаку. И то, что второй какой-то шнур. Шнур, это, скорее всего, имеет в виду корду. Корда, раньше это некоторые даже берут корду еще с тротки ошейник. То есть, что вам надо ставить пояс? Пояс какой? Широкий. Широкий пояс, если уходит чересчур широко, вы можете... А если собака не ходит широко, вы никак не можете расширить. Это один из моментов, который сидит в голове у собаки. Кордой вы убиваете поиск. Есть собаки, это сидит в психике у собаки. То есть, сейчас я объясню. Даже если возьмем поле, вы обратите внимание на поведение собаки. Вышли поле. Собакой работаете, работаете, и в какой-то момент упирается собака на тропинку. Не какие-то сложные там преграды, да? На тропинку, и вдруг это крыло сужает, то есть психологически он не может даже перешагнуть тропинку. Это менталитет собаки. Есть собаки, которые, например, посевы, там, пахота, там скошенная кукуруза, там еще что-то. Хорошая собака, та собака, которая может психологически убрать этот барьер, и он может перейти все эти преграды, потому что у него цель найти птицу. Если собака упирается в эту преграду, вы заставляете идти дальше, здесь хочет повернуть, это говорит о плохом менталитете. То есть хорошая собака или плохая собака, есть такие нюансы, где вы должны обращать внимание. А взять корду и сразу дергать, убивать, вы понимаете, это заведомо губленная собака. Я скажу, почему это делается, это как бы очень давно, и мой учитель этим это делал, как бы, и это считалось везде нормально, это советская методика натаски, да, как бы. Это было ничего, и я этим занимался в свое время, считал, что это правильно, как мне учили. Но не надо убивать, надо дать вот то, что наш товарищ говорил, сначала садик, потом в институт. То есть вы широкий поиск сузите. Если вы убили этот поиск, он широко уже не пойдет. Акоп Саварин, можно вопрос еще задать, знаете какой? Значит, у нас сейчас ситуация в плане экономики, она сложная. И многие начинающие легошатники, ну, они так по-хорошему не могут себе позволить отдать натаску профессиональному человеку собаку. В связи с этим, какие бы вы советы дали человеку, который бы хотел бы иметь хорошую легавую собаку, что ему нужно делать с ней, с щенком, для того, чтобы, ну, он мог хорошо охотиться. Ну, какие азы или совет от вас, как от профессионального натащика, что нужно делать человеку, который сам решил натаскать собаку? Первым делом, я это уже говорил, знать стандарт, рабочий стандарт своей собаки. Хорошая будет эта собака или плохая, это все зависит, настолько эта собака в стандарте. То есть, ты знаешь, как работает эта порода. А потом, что делать? Общаться, спрашивать. Никто никогда из хороших натащиков, вот люди едут тоже в Крым, да, приехали там. Никто из крымчан, из хороших, серьезных натащиков никогда не откажет. Вот конференцию, да, мы проводим
мне, да, у меня тоже много дел, дома собаки сидят, вон, приехала собака из Европы за месяц, я еще не видел эту собаку, мне хочется быстрее увидеть эту собаку, как бы, ну, мы проводим конференции, общаемся, чтобы начинающие не допустили какие-то ошибки, ну, участвовать в каких-то конференциях, там, общаться с натащиками.